Друзья, доброго здоровья, намасте. Великий доктор Гиппократ утверждал, что если пища не будет нашим лекарством, то лекарство станет нашей пищей. И Аюрведа под этой его мудростью она полностью подпишется. Потому что, согласно знаниям Аюрведы, 80, а то и 90% всех болезней, они как раз вызваны неправильным питанием, неправильным количеством, неподходящим в твоей конституции, неподходящим по климату, по времени года, по возрасту. То есть много есть вещей, которые вот есть как в рекомендации и которые являются для нас запретами. И не зная вот всего этого, мы часто можем, питаясь как бы здоровыми продуктами, но наносить себе вред. Ну и даже когда человек начал лечиться методами Аюрведы, то есть это невозможно без специальной индивидуально подобранной диеты. И когда человеку даешь эту диету, вот лучше вот такой-то рис, такие-то бобовые, там маждал, мунгдал, то есть какие-то специи, как правило, содержатся очень часто в этих диетах. И человек спрашивает, где это мне все взять. И мы действительно столкнулись с тем, что наши даже клиенты, пациенты, они вот не могли найти там какие-то продукты. И все больше вот в современном мире человек уделяет качеству продукта. Вы видите, как растут вот магазины там, эко, био, органик. И я лично вижу в этом большую перспективу, потому что думающий человек, он будет смотреть, прежде чем что-то скушать, да, прежде чем что-то станет тобой. Мы должны понимать, вот по Аюрведе это все становится просто нами. Сначала там кишечным содержимым, потом кровью. Вот. И мы должны вот за этим вот смотреть, чтобы это были по-настоящему здоровые продукты. Ну и вот, что вот из тех продуктов, которые вот мы собрали в недавно открытом магазине Rasa Food, что их всех объединяет, вы знаете, то есть в них много клетчатки, например, даже таких, как какие-то макароны, соевые продукты, то есть в них мало сахара, в них мало жиров, то есть они вот в себя вот имеют такую абсорбирующее свойство, то есть они очищают организм. Что вот у нас такого есть уникального? Ну, это вы можете увидеть и в других магазинах, которые посвящены там здоровому питанию. Вот. Как мы вначале, когда вообще открыли этот магазин, у нас была идея, типа, чтобы это как магазин для вегетарианцев, но потом мы поняли, что это надо всем людям. Вот я просто посмотрел для, например, специи для курицы. Вот у нас, ну, даже такая есть. То есть это магазин для всех, кто независимо от его питания. Вот. Специи, например, сделают любое блюдо не только более ароматным и вкусным, а также еще более здоровым. И здесь у нас отличная подборочка специй. Тут вот и для чая есть. А вот есть такой Kitchen King Masala, известная специя. Ну, то есть вот такой выборка, из которой можно вот заполнить вот кухонное пространство именно на разные случаи жизни. О. Но также есть у нас и специи, которые мы покупаем и расфасовываем лично. Вот, то есть вот такая подборочка, и за качество которых мы ну вот тоже отвечаем, не уверен. Большой вот у нас выбор сладкого, мы не ожидали, вот люди хотят и сладости, то есть экологически чистые, то есть много вот, большинство это, как знаете, это handmade, то есть все это вложено в это душа определенная. Также вот в этом магазинчике мы решили представить средства для гигиены. Вот из моих друзей, все, кто, например, попробовал вот просто даже вот красную зубную пасту, то вот половина после этого чистят зубы только ей. Ну, меняют, может, там производителя с разными привкусами. Там же там мыло, там,
Вот то, что используется каждый день, также шампуни аюрведические, и которые вот сделаны из таких натуральных составляющих. Что тут представлен какой-то минимум также и аюрведы. То есть это вообще магазин продуктов. Но какие-то основные там позиции, например, там чаванпраш, шатавари, ашваганда, и вот и самые ходовые, то есть вот из десятки, двадцатки самых ходовых, они тоже тут представлены для того, чтобы любители аюрведы могли в одном месте купить и вот самую распространенную аюрведу. Вот. Также вот у нас представлены тут фермерское кофе, чаи, большой выбор чаев. То есть представлены крупы, то есть вот то, что вот мне не хватало, чтобы в одном месте покупать разные крупы. То есть начиная от хорошего отобранного маша, там три вида киноа, красная, черная, белая, хороший рис басмати. Посмотрите, вот такие вот у нас тут специи тоже вот. Покажи ниже, бадьян. Так что вот, друзья, мы находимся в самом центре города, на одной из самых такой модной, стильной и современной улице Рейтерской, в доме 7А. Вот. Приходите на Рейтерскую, приходите к нам в магазинчик, знакомьтесь с культурой, восточной культурой, с культурой специй, с культурой употребления вот здоровых продуктов, которые не просто даже вот целебные. Некоторые думают, что это только там польза, а надо есть какую-то там чуть не собачью похлебку. Но на самом деле это все очень вкусно, это красиво можно сделать. И мы тоже в этом будем помогать. У нас будет отдельный цикл программ, которые будут наши сотрудницы, которые пользуются и теми же специями, и крупами, и бобовыми уже много лет, и они будут делиться своими тайными рецептами. Ну, кушайте здоровую, полезную еду, вкусную, будьте здоровы!